Вероника и Дмитрий уже несколько лет серьезно занимаются танцами в спортивно-танцевальном клубе «Радость». Ребята искренне признаются, что для них это далеко не увлечение, а дело, в котором они хотят преуспеть. Педагоги их в этом только поддерживают, отмечая талант и работоспособность юных спортсменов. В клубе занимаются участники от 3 до 60 лет. Каждый выбирает направление для себя. Клуб «Радость», как и другие коллективы города, участвует в различных конкурсах, представляя свое творчество и завоевывая высокие награды и победы. Как отмечает руководитель Владимир Шаповал, отрадно, что и в Керчи стало возможным проведение фестиваля высокого уровня с участием представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Приезжают дети из разных городов Украины, из разных городов дальнего зарубежья, ближнего зарубежья. И вот в сравнении с этими детьми, наши дети выглядят никуда не хуже. Они выглядят подчас лучше даже вот этих детей. Поэтому у нас очень талантливые дети и очень талантливый город. Мы танцевали в других городах, ездили. В Ялту, в Алушту, в Симферополь, в Харьков, в Херсон. Да. Керчане выступают достойно как у себя дома, так и на выездных соревнованиях. Совсем еще юные Вероника и Дима в паре танцуют не так давно, но уже успели подружиться и отлично понимают друг друга и своего наставника, считая его в меру строгим и требовательным. Они прислушиваются к каждому совету, зная, что это поможет им в нелегкой борьбе с сильными соперниками. Естественно, я переживаю, я знаю каждую мелочь, которую они могли бы сделать лучше. И мне всегда хочется, чтобы они сделали лучше. И я, вот они всегда говорят: Владимир Николаевич, вы нас редко хвалите. Я говорю, вот когда будет «ах», я вас похвалю, обязательно похвалю. Но чуть-чуть себя сдерживаю. Хочется, всегда хвалить хочется. Ну, иногда вот сдерживаю, хотя нужно. Детей нужно хвалить. Как только начинаешь хвалить, они раскрываются, они просто великолепны. Руководители у вас строгие? Да. Так. Ну, он строгий, справедливый и веселый. Когда видишь вот этот результат на выступлении, и им аплодируют другие люди, не я аплодирую, не родители, а вот зрители. Просто зрители, когда судьи выставляют высший балл, когда судьи ставят их на первое место, ну это очень приятно. Очень приятно, тем более, что дети этого заслужили. Что вы чувствовали, когда вас объявляли победителем? Мы чувствовали радость. У нас внутри просто граната взрывалась. Других слов просто нет. Ребята мечтают о кубке за первое место. Конечно, все главные победы этой очаровательной пары впереди. И ребята в это верят, как и в свои силы, оттачивая мастерство на каждом занятии. Итак, большинство танцоров и спортсменов, кто стремится к вершинам и профессионализму. А в клубе «Радость» в планах открыть группы занятий аргентинским танго и сальсой, чем живо интересуются керчане. Возможно, и эти направления подарят нам новые таланты.